Праздничное утро полицейские управления Министерства внутренних дел по Ленинскому городскому округу начали с возложения цветов к мемориалу на аллее памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. К присутствующим обратился настоятель Александро-Невского храма поселка Петровское, священник Дмитрий Довбыш, который отметил, насколько ценна эта профессия. Дай Бог вам сил в ваших трудах, дай Бог, чтобы семьи ваши жили в тишине, в радости, ждали вас домой с дежурств. Дай Бог, чтобы Господь укреплял вас на вашем служении. Вместе с действующими сотрудниками полиции здесь сегодня много ветеранов внутренних дел. Такая преемственность поколений, обмен опытом. В Ленинском УМВД уже много лет этой работой занимается Совет ветеранов. Великий русский художник Васнецов сказал: «Плох тот народ, который не помнит, не ценит и не любит свою историю». Мы любим, помним и ценим свою историю. Это вот памятник, который здесь, у которого мы собрались сегодня, это дань уважения нашим участникам Великой Отечественной войны. Сменив солдатскую шинель на милицейскую службу, эти люди посвятили свои лучшие годы. День полиции давно стал праздником не только сотрудников внутренних дел. Его отмечают многие россияне. Статус представителей правоохранительных органов растет с каждым годом. Сегодня они особенно нарядные, на их лицах улыбки. Коллег поздравил временно исполняющий обязанности начальника Ленинского УМВД Роман Суев. Коллеги, разрешите поблагодарить вас за ежедневный нелегкий труд, за профессиональное решение поставленных задач, за то, что каждый из вас старается сделать эту жизнь лучше. Еще раз всех сердечно поздравляю с праздником, здоровья, терпения и удачи. Спасибо. Торжественная церемония продолжилась в актовом зале. Здесь с профессиональным днем полицейских округа уже поздравлял глава муниципалитета Алексей Спасский. Помимо грамоты и благодарности, преподнес виновникам торжества подарки. 11 сотрудников внутренних дел получили ключи от своих новых квартир. В вашем случае подписано, видите, с адресом, куда же двигаться. Спасибо. Работа, мягко говоря, непростая работа, хотим или не хотим, работа с людьми, причем с теми людьми, которые обратились, пришли к вам какой-то своей болью или бедой, с теми людьми, которых необходимо сначала обнаружить, а потом привлечь, и при этом самому остаться, ну, я не побоюсь этого слова, человеком, желание мира и благополучия, и спокойствия, стабильности, и обязательно не только успехов, но и удачи. Вот это пусть все с вами прибудет. С праздником! Отличившихся полицейских отметил и Совет депутатов муниципалитета. Сегодня сотрудники внутренних дел все так же на страже порядка, но с особенно торжественным настроением. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.